Всем салют, меня зовут Олег Гром, добро пожаловать на канал мужских увлечений в раздел «Фонари». В общем-то, здесь фонарь совсем специфический и более подходит для праздника. Особенно для праздника фотографов. Новый год скоро, как вы смогли заметить, это прищепки. На них вы вешаете ваши фотографии. К ним подведены светодиоды. Все это работает от трех батареек типа размера 2А. Сейчас я их поставлю, и мы с вами посмотрим, как это все выглядит, и сами оцените. Даже выключим освещение, чтобы стало поинтереснее. Так, снимаем батарейный отсек, ставим батареи. Кстати, да, почему 3А, а не 1 литий, для меня тоже остается загадкой. В принципе, одна банка лития вполне себе неплохо бы также справлялась с этой задачей, но, видимо, пока что до сюда литий еще не дошел. На следующий год наверняка уже будет все на литии, даже вот такие вот нюансы. Оп, закрываем. Несколько режимов: выключен, включен и флеш, то есть моргает. Давайте проверять, включим флеш. Вот так вот все это дело великолепно светится. Оп! Включим просто. Нет, это я выключил. Вот. Замечательно. Так, ну это дело надо распутать, конечно, по-хорошему. И тогда будет вообще все понятно, как, чего и как. Так. Не то чтобы сильно замотано, но все-таки сплетено в такую косичку. Вот, как вы видите, сейчас они разделены на два таких сегмента. Это сегмент синий, сегмент оранжево-красных светодиодов. Я даже не буду раскручивать, они и так очень, очень круто выглядят. Насколько хватает батареи? Да хз, я поставил аккумуляторы, в принципе, на тот же вечер или ночь, их должно вполне себе хватить, и ваши работы, ваши фотографии, которые вы разместите, например, здесь. Имеется в виду не то, что для фотографа, который будет где-то проводить какое-то мероприятие, хотя тоже будет эффектно, а дома, на Новый год, ваши семейные фотографии размещаете в прищепочках, развешиваете это все над камином, ну, у кого нет камина, не знаю, над телевизором, на стене, где угодно, и получаете великолепную композицию с вашими фотографиями, которые подсвечиваются, и все это вот в таких мягких, приятных тонах. Опять же, можете включить, чтобы это все привлекало внимание. Хотя, мне кажется, просто если включить и без всяких морганий, выглядит просто шикарно. Новый год скоро. Задумайтесь, нужно ли вам оно или не нужно. Мне показалась вещь достаточно интересной. И когда она пришла, когда я попробовал, вот к Новому году буду устраивать сюрприз. Вы-то его уже увидели. Так что можете тоже что-то такое себе придумать. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Ставьте большие пальцы вверх. К Новому году успейте приобрести себе подарки. И своим любимым, конечно же, обязательно и родным. А я с вами прощаюсь. Хорошего настроения. До скорых встреч. Пока-пока.